Друзья, снова всем привет из Крыма. Сегодня мы находимся в Семезе. Приехали посмотреть этот пляж. И я просто не могла сейчас не записать это видео, потому что меня переполняют чувства такие, знаете, душевные. Потому что только что я приобрела для себя вот такой вот талисманчик, черепашка. Но смысл не в том, что да, я конкретно купила, а в том, что это сделал человек, который не слышит и не может говорить. Я вот сейчас говорю, а у меня мурашки идут. После этого приходят мысли о том, что как люди, которые умеют говорить, умеют слышать, есть две руки, две ноги, они просто боятся пойти что-то кому-то предложить. Я думаю, что это, друзья, просто дело в нашей с вами голове и прежде всего в мотивации, да? Этот молодой человек, он совсем не старый. Он подошел с бумажкой. На ней было написано: «Я глухонемой, я не прошу у вас милостыни, но мне нужны средства для проживания. Если вы мне приобретете какой-нибудь талисман, я буду вам благодарен, и значит, у вас доброе сердце». Смотрите, этот человек мог бы сесть, да, как делают многие, просто просить милостыню. Ведь на самом деле, да, часто в жизни мы тоже так же думаем, принимаем, да, позицию жертвы, что вот я такая бедная, несчастная, меня бросил муж там или еще что там. И мы просим помощи у родных, близких, но только не делаем сами шаги, да, потому что, ну, иногда это сделать сложно. Но этот человек, он превзошел свои вот эти вот черты, да, которые некоторым бы вообще не дали возможности жить и существовать. И он просто пошел и начал продавать. Вы знаете, я наблюдала за этим парнем. Далеко не все приобретают, некоторые смотрят, не берут, некоторые вообще даже не смотрят, а кто-то берет. Понимаете, также и в нашем бизнесе мы работаем количеством переборов. Кому-то это нужно, кому-то не нужно, кому-то мы понравились, кому-то не понравились. Друзья, не нужно об этом думать. У вас просто должно быть внутри, должна быть большая мотивация. И просто будьте открыты к людям. Потому что вот, кстати, вчера еще один факт. Мы шли, гуляли по Воронцовскому дворцу и немножечко не сориентировались, где детский пляж. Рядом стояла девушка, которая продавала сувениры. 100% она знала, где находится этот пляж. И мы спросили: девушка, подскажите, пожалуйста, как пройти к детскому пляжу? Знаете, что девушка сказала? Я вам что, беру справок? Понимаете, вот как у такого человека будут идти продажи? И рядом шла женщина, она просто услышала наши разговоры и говорит: ребят, вам туда. Понимаете, вот открытость, доброе сердце, открытые намерения сделают этот мир добрее, да, и только через открытость мы можем с вами растопить лед даже самых больших ежиков. Вот, поэтому я очень рада, что я приобрела такой талисман. Мне сейчас наполняет такое чувство, что я действительно сделала доброе дело, я помогла. Но помните о том, когда мы предлагаем наш бизнес, да, нашу продукцию, мы тоже делаем добрые дела, потому что кто-то будет просто экономить, да, кто-то будет пользоваться качественным продуктом, приобретая именно у вас, а кто-то сможет изменить свою жизнь в лучшую сторону, поменять окружение, начать зарабатывать хорошие деньги. Помните об этом, что вы начинаете с хорошей миссии. И сегодняшний день, он мне запомнится надолго в сердце, и я теперь этот талисман сохраню. Всем до связи, следите за новостями. С вами была Олеся Селезнева. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также вы можете подписаться на мой Instagram, который будет указан ниже под этим видео. А также, если вы хотите получать уведомления о вновь вышедших видео, нажмите на колокольчик. Всем пока-пока!
Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.